Последний год ситуация ухудшилась вообще катастрофическим образом, потому что, во-первых, переполненный полигон стал издавать регулярный этот запах свалочных газов. Вот они сейчас, я так понимаю, все называют экотехнопарками. И мы даже заметили, организации, которые занимаются мусором, у них приставка «эко». Вот у них «эко», 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 а на самом деле идет полное, не то что ухудшение, уничтожение экологии. Если ветер со стороны свалки, здесь дышать просто нечем. Такой запах идет, ужас. А тут и вот с ребенком, как вот быть? Писали письма, и Самарки писали, собирали подписи, толку никакого нет. А что власти говорят? Власти ничего не говорят. Властям деньги надо. Речь, когда вот такой идет поток черного нала. Вчера мы были свидетелями, там интервьюировали этого водителя мусоровоза. Да, вот он нам сказал: да, частные машины идут за наличный расчет. И он не первый, кто нам это говорит. Когда раздельный сбор у нас в стране ведут? Вот 20 лет он у нас уже там, дядя корячит, и дворцы строят, а раздельный сбор не везти. Так что вы потерпите немножко, ладно? Скажите, мне, что дорогу перекрыли, что человек... Нет, 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 куда ты? Куда ты едешь? Куда ты едешь? Куда? На помойку? Пустой, я не спустя. Пойдем. Пустой? Давай пустого пропускаем. Ребят, давай, пустой езжай. Езжай. Езжай, все. Тот цинизм и то активное пренебрежение, в общем-то, интересами народа, нашими правами, оно доводит народ, конечно, уже до полного отчаяния, потому что вся активная наша там какая-то переписка, обращения, жалобы, просьбы, они уже практически исчерпали свой ресурс, поэтому люди уже стали выходить и на дороги, и устраивать какие-то ночные рейды по перехвату этих мусоровозов. Вот кладбище, вот и здесь же мемориал. И поступила информация, что здесь был сброшен мусор, что в принципе норма для нашего района. А вот этот мусор.
которые нам сюда привезли черные мусорщики, у которых здесь в нашем районе полное раздолье. Полиция бездействует, властям на это наплевать. У нас, к сожалению, в национальных приоритетах нет слова «экология», да? Потому что те люди, которые определяют и законодательную политику, и экономическую, и во всех вот этих вещах, они себя не ассоциируют с будущим этой страны, понимаете? Они не видят себя здесь через там 10, 15 лет, 20, там. Они не видят судьбу своих детей, своих внуков в этой стране. Вот и все.